Приветствую вас. Знаете, вопрос, который вы задаете, можно было бы рассматривать в учебниках по психологическому консультированию в разделе ошибок. Серьезно. Потому что, ну вот, то, как вы повествуете, то, как вы формулируете свой вопрос, и то, как, исходя из этого, мы должны отвечать, нарушает абсолютно все правила психологического консультирования, которые вообще есть только. Я уже как бы молчу о том, что вам это было бы весьма и весьма не на пользу. Вот. Это первое. Второе. Что хотел бы сказать. Вот вы задаете вопрос, как лучше себя повести, спрашиваете. Хочется спросить, как лучше себя повести, чтобы что? То есть, какая цель у вас? Какая цель у поведения? По вашему мнению, должна быть. Это очень важно. Если человек как-то себя ведет, именно как-то себя ведет, то у него, у человека, есть цель. В противном случае это просто такая вот бесцельная деятельность. Получается, понимаете, какая штука. Так что вот, это то, что касается данного аспекта. В целом, я думаю, что вам желательно бы подкорректировать свое поведение, поработать со своими желаниями и, соответственно, дальше будет все более-менее вам понятно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Не совсем понятно, на что вы обижаетесь. Если мужчина вам ясно дал понять, что он не хочет с вами встречаться, а вы сами пошли куда-то и сказали, что будете его ждать. Вот над причинами, над характером ваших обид я бы тоже поработал бы. Желаю вам всего самого доброго и удачи.